Ученики лицея номер 25 заняли второе место на первом национальном чемпионате Junior Skills по профессиональному мастерству по стандартам World Skills, который прошел в Казани в минувшие выходные. Этой победе предшествовало первое место на региональном отборе. Подготовкой ребят к конкурсу занимался педагог техникума Юрий Четверов. Успехами школьников наставник остался доволен. В данном случае ребята показали себя с самой наилучшей стороны. То есть я рад, что все, что я давал, они все это применили на практике. И, соответственно, получился очень хороший результат. В Казани ребята получили призовое место в номинации «Фрезерные и токарные работы на станках с числовым программным управлением». Задание представляло из себя, давали чертеж модели, детали для каждого из станков. Вот. И по чертежу в программе надо было составить геометрию, то есть тот же чертеж перенести в программу и задать в этой программе ход станка. Всего участников было несколько сотен. В возрастной группе, в которой участвовали димитровградцы, соревновались три команды. Эти три команды довольно-таки на хорошем уровне были. Там глупейшие ошибки допустили, и по сути это им не помогло. Казань. Ребята молодцы. Они делали все, конечно, медленно, но у них все было качественно. И это им принесло им победу. Ребята говорят, что если их будущая профессия не будет связана с работой на станках, то опыт, полученный на конкурсе, в жизни обязательно пригодится. Татьяна Ресеева, Константин Белов. Наше время.